студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Судя по сегодняшнему погодному сюрпризу, синоптики не согласовали свои прогнозы с Небесной канцелярией. И вместо обещанного солнца нас накрыл ливень. Более того, когда он уже вовсю шел, смартфоны показывали, что на улице ясно. Надеемся, завтра подобного сбоя не случится и погода будет такой, какой обещает гидрометцентр. 7 июля в Старомосковье Губкине облачно с прояснениями. Днем столбики термометров покажут 31-33 выше 0, ночью 20-23. Ветер восточный 1-2 метра в секунду, давление 746-748 миллиметров. Магнитное поле спокойное.